Всем привет! Еще одна неделя ушла в прошлое, забрав с собой некоторое количество бесполезно прожитых часов за игрой в космические кораблики, и настало время подвести некоторые итоги. Самое важное событие прошедшей недели – я купил себе новую футболку. Обновленная механика респа блуждаек в ВХ не заслуживает даже обсуждения, а на Reddit муссируются две вещи. Попробуйте прочувствовать уровень проблем и не уйти после этого в депрессию. Первое – это красная точка. Любуемся, любуемся, закончили любоваться. А второе – 20 февраля разработчики игры официально объявили, что в квадранте Fight or Flight – «Дерись или беги» в переводе – ожидается операция «Матрешка». Привет всем водителям БШ. Офигеть, что ж я несу такое? Короче, скоро при убийстве БШ будет вылупляться сначала ретриба, а только потом яйцо с хай-грейд сетом. Ждем в мартовском обновлении. А теперь немного цифр. Хлопнуто нулей 20, статистика по крабам поклевок 3, пойман 1, количество боев было 2. Общее игровое время за прошедшую неделю 9 часов, что на 3 часа меньше, чем на прошлой неделе, но все-таки где-то затесались 2 лишних часа. Очень обидно, что бой с двумя крабогиллами, где я потерял легион и стельку, записался только от лица Цептера. Увы, я забыл переключить окно, поэтому работу над ошибками получится сделать только частично. Я в первый раз в жизни сел на корабль с лазерами, и пока разбирался, когда какие линзы ставить, на какое расстояние оттапливать, ездил туда-сюда, кипишил. В общем, проморгал момент, когда попал под нейтрики, в принципе, там достаточно было немного, чтобы подсадить капу. Ну а дальше уже и так ведь меня не надо было. Пока разворачивался, мне пробили армуры хул за пару выстрелов. В общем, гилд злые корабли. Привезем еще, будем пробовать, короче. Несмотря на то, что последовательность открытия дыр в нули стала весьма странной, постоянно открываюсь в одно и то же место в течение вечера, фортуна все-таки подбросила мне выход в Амист. Под конец недели удалось слетать туда за очередной гилой, но что-то мне подсказывает, что огребу я там скоро не слабо, надо будет на чем-нибудь попомоисти и туда летать какое-то время. А вообще место хорошее, крабят много, активно. Ну, а на сегодня все. Запись всех стримов с тайм-кодами доступна на этом канале, там можно поглядеть все на обычной скорости. Бай!